Что такое хроники Акаши? Как нас подключают? Человек не может подключиться к хроникам Акаши. Пока только 4 ступени прошла, скоро буду проходить обновленную пятую. Получил код, читаю его. А что, уважаемый учитель, рассказываете? Ведь вы в этой теме много лет. Человек не может получать информацию просто так. Зачем ему ее давать? Вот вы сейчас, допустим, для того, чтобы получить информацию, вот человек говорит, допустим, Андрей Андреевич, я хочу придумать оборудование, которое бы вечно работало, вечный двигатель. Что может вам помешать? Смотрите, для того, чтобы вы придумали, допустим, какое-либо оборудование, вам нужны знания в физике, химии, причем не простые знания, а достаточно такие большие знания. И тогда вам начнут давать эти знания, и вы сможете их понимать. Иначе, если вы получите такие знания, и будете их каким-либо образом понимать, то они создадут у вас энергетический, психический мусор в вашей голове, который будет мешать вам думать, который будет создавать у вас помехи, который будет мешать вам правильно функционировать вашему телу. Это будет мусор. Но вы же хотели, да, вы хотели, и вам дали такую информацию, но вы ее когда получили, то вы с ней ничего не можете делать, она закапсулирована. Так как для того, чтобы такую информацию получать, человеку необходимы еще и знания, академические, обширные, глобальные. Ведь для того, чтобы человек это понимал, ему, вероятно всего, необходимо это объяснять в виде математической идеи, физической идеи, новой физической идеи, электрической идеи, там, химической идеи и так далее. И чем глобальнее или чем, наверное, ярче его запросы, тем, наверное, сложнее и больше информации этот человек должен знать. Я всегда говорил, человек, стремящийся к получению канала снятия информации, должен стремиться к наукам, то есть он их должен постигать, он должен их знать и должен стремиться в них разбираться, постоянно себя в этом обучая, или постоянно быть компетентным хотя бы в определенных областях.